Паша, Павел. Паша. Не Паша. Поздравляю, Паша. Тимур, первый твой матч на веб-арене не в качестве игрока ЦСКА будет. С какими ожиданиями и ощущениями отправляешься в Москву? Ну, с хорошими воспоминаниями об этом стадионе. Но в первую очередь еду за победой, потому что она нам необходима. Постараемся добыть 3 очка. Ну, принципиальная для меня игра, все равно как бы бывший клуб. Будет приятно увидеть своих бывших партнеров, товарищей по команде. Обязательно с ними пообщаюсь. Так, никому ничего доказывать не собираюсь. Просто хочу показать хорошую игру и помочь команде добиться хорошего результата еще раз. Паша, сюда иди. Да. Где? Думай. Надо то. Ай, вишна. Быстро с мячом. Давай. Скорость. Да. Быстро. Не бросайте, передавайте манишку, не усложняйте. Пошли. Так, атака, проводим. Предлагай себя. Быстрее. Вот он, до Спорт Экспресса! На нож, видел сейчас?